Всем привет, с вами Валёк, и мы продолжаем играть Star Citizen. Тут я хотел запилить видео про геймпад, но что-то не особо надо играть в эту игру, хотя есть свои удобности, но управление как кораблем просто ужасно. Значит, мы разберем такую тему, как коробки, точнее ящики. Вот у меня стандартная, как у, допустим, большинства, кто не хочет больше денег вкладывать в игру, Аврора. Ну, у кого еще Мустанг-то я вообще не представляю, как ящик запихнуть. Хотя как-то можно, наверное. У Авроры есть отсек. Здесь небольшой отсек. Сейчас я вылезу. О. И ящик я обычно сюда ставлю. Что там творится? Блин. Как-то... Это не люди, это ужас. Так вот, я смотрел видео Турбо, собственно, как в Аврору поставить ящик. Но способ, по ходу дела, уже устарел. Потому что его способом можно его поставить как-нибудь на край шлюза, не дальше, дальше не получается. Но мы заходим в корабль, все, дверь открывается. Ну, надо, конечно, заранее дверь закрыть. Дверь закрывается, и ящик остается снаружи. Ну, это не прокатит, конечно, да? Собственно, фишка-то оказалась совсем простой. Можно подняться вместе с ящиком в руках. Да, выглядит, конечно, не особо. Правда. Но... Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Enjoy the ride. Так, собственно, займемся миссией как раз по доставке. Есть такие вот легкие довольно-таки миссии, которые платят за Red Pilot. Их обычно почти 4000 уеков платят. Но в Лорвик я не получу, не полечу, есть поближе. Looking for shelter. Деймер, all way to... Ну, короче, на Деймер надо будет слетать. Главное, чтобы у меня не заглючило, как всегда, программу. Программа, она бывает глючит. С этого вот. Но сразу на Деймер поедем. Полетим. Take off complete. Landing gear raised. И, конечно же, сейчас разберемся. Главное, чтобы на планете. Вот, собственно, почему программа заключена? Потому что... Quantum drive is now on. Оперативка заполняется. И... Ну, оперативная память. И программе записи... Точнее, игре уже, а не за программу записи. Оперативно, не знаю, забивается, может уже пофикшено. Но в прошлый раз мне приходилось на NVIDIA-вскую запись переходить. Так. Вот нам туда, в шелтер. Пикап тут. Гол сюда. Давай. Quantum drive is now off. Так даже, по-моему, оптимизации побольше звезды. Короче, игра потихонечку становится игрой. Что-то там латают все время, подлатывают. Кораблики новые добавляют. Quantum drive is now off. 59 километров. Ближний свет. Короче, все-таки лучше играть пока с клавиатурой. Она сейчас довольно-таки дружелюбная в игре. Даже лучше, чем раньше. Раньше я играл в дни свободных полетов. Это что-то. Сейчас и проще управление, и... Не берите за геймпад. Это ужас. Вот.
если вы летите, допустим, вот этим сюда, да, управленческим контролем, здесь жесть. Чуть ускорился. Все знают, что ночью велик шанс разбиться. Прям вообще. Сразу взял и разбился. Вон на станции уже была. Ну, поскольку уже фонари видно, то уж точно. Ну, считай, блин, на почти 2 километра светит свет, да? Что-то здесь по виду жарко даже ночью. Так, сейчас дрейфом просто долечу. Выключи двигатели. Engines are off. Да, ну, собственно, идем, забираем посылку. И все. Так, а... О! У меня пуфка есть. Свет включается от перса на букву Т. Так, ладно, посмотрим, что тут есть. Осторожно, у меня 30 патронов. Целых 30 патронов. Хе-хе. Как же там сейчас чувак там будет? А, вот она посылка. Стоит. Нет, никого нет. Забираем. Пикап. Да, ну, сквозь полочку. Ну, ничего. Да. Все, все нормально. Главное, чтобы не заглючил. Самый главный баг, который я сталкивался с ящиками, это мы... Я обычно бегу быстро. Бежишь и... У тебя просто... А, ну, быстро бежать ты не можешь. Шифтить. У тебя просто посылка пропадает. Из рук. И все. Кстати, что-то как-то я неудачно посадил. Наоборот, слишком удачно. Даже не поцарапал. Обшивку. Собственно, берем. И тупо залазим. No! Пофиксили, что ли? Не-не-не-не. Так. А это уже интересно становится. Open door. Берем посылку. Значит, попробуем способ, который предлагал тупо. Place. Ну блин, если я вот на краешек поставлю, так, все. Это все. Давай попробуем выдвинуть лестницу. И... О-о-о, давай, опять. Опять. С посылками прыгать не умеем, конечно. Ну давай еще раз. Залезай. Вот. Все. Все. Вот. Отлично. Все, мы с посылкой. Теперь берем спокойненько.
И ставим ее. Все. Больше ничего и не надо. Но если будет на краю шлюза посыл, то мы ее все равно потеряем. Это точно. Так, собственно, маршрут. Теперь нам надо лететь. О, что? Что так далеко? Это очень далеко. Я думал, какой-нибудь из ближних. Нет. Но обычно, если между двумя и этим бывает. Ну, главное, чтобы сам в орбите не лететь этого. Включаем движки. Ну. Надо повыше взлететь. Ну, прям жар там. Эффект управляет, это жар. В атмосфере, скажу, с вами корабль сидит друг. Совсем. Ну, болтает. Чем плотнее атмосфера, тем короче болтает. Еще, кстати, подбирать посылки можно с терминала. Ну, наверное, мы такой терминал будем сдавать. Там еще и с них и подбирается. Если у нас есть миссия. Так, все, вроде как вылетело. Да? Не, ну красиво. Прям вообще. Моя оружие. Недовольный какой-то. Близкий полет предстоит, сразу скажу. Можно во время квантума, так сказать, слезть с кресла. Что делают? Quantum drive is now on. Еще мы, я думаю, как-нибудь потестим, что-то там про караваль бы. У меня же есть караван сзади. Это точка спауна. Если я выйду с серого, то я, по идее, должен появиться на корабле, караванке. Самое главное, нигде больше не поспишь. Нельзя прилететь на станцию, вроде как неизвестно, снять номер и там спать. Нет, не получается. Только на корабле. Space of us. Лететь очень много, вот прям видно, да? Прям 29 циферка, 28. Это займет очень долгое время, пока пауза. Еще немножко квантума. Че тут? Я не знаю, как отдалять. Не получается у меня все это. Ну, выглядит прикольно. Даже скриншот. А как скриншот? Как делать скриншот? Ага. О, я сделал скриншот. Как-то так вот. Да. Что можно делать по пути? Лететь очень долго, считай, до самого этого Лорвиля. Ну, Лорвиль — это город, конечно. Можно изучить аналитику, почитать книжку в телефоне. Ну или что-нибудь полезное, там язык получить, ВКонтакте пошариться. Ну, была бы, у меня веб включена, я бы показал.
Итак, уже на подлете. Мне тут заинтересовала идея, что будет, если нажать палку. Не, можно выйти из кванта в любой точке. Вот я прямо сейчас могу выйти и сохранить. Допустим, пойти поспать. Но нам надо доставить. Уже осталось 2 миллиона километров. Прошло очень много времени, минут 10-15. Можно также наблюдать на карте. Я уже показывал, в принципе, как мы летим. О, так, нажимаешь и ничего не видишь. Круто. Вот и летит как. Вот. Вот видно, подлетаю к Харстону. Харстон. Топлива мало. 96. На обратный путь не хватит. Ну я на станции заправлюсь. Кстати, для Авроры я заметил то, что тут увеличили объем топлива. Та, например, раньше точно не долетела. Другие корабли долетали, а она нет. Все. Quantum Drive is now off. Перевалочный. Главное успеть затормозить, а не лететь прямо на станцию. И все. Надеюсь, у них есть свежая погода. Теперь нам нужен комлинк. Можно отсюда, можно из моды глаз, мне прощаться. Бывает нету панели. Можно ее вызвать или. Please proceed to assigned landing bay. Landing bay. Вон так. Landing gear deployed. Ну это landing bed, по-моему, больше, чем landing bay. Ну, хозяева виднее. Пользуйся автоматической стыковкой. Хрен. Он боишься. Давай. Сам? Не? Не хочешь? Ручка крутится. На ручками так крутится. Вот. К сожалению, на этих станциях перс сохраняется. Хотя там есть и спальные комнаты. Что я сделал? Я заранее открою шлюз. Выдвину лестницу. О, воздух, кстати, вышел. Вы видели? Чтоб посылка случайно не улетела. Я просто выпрыгнул. И все. А то еще угонят, да, можно, если вот такой оставишь, какой добрый человек, персонаж, возьмет вот такой, выйдет и все, и корабля нет, легко. Надо, кстати, может как-нибудь заняться, что ли, попробовать у кого-нибудь убрать шип, не знаю. Все, сквозь щит прошли, появился воздух. Открывай. Сань. Ну открывай. Сань. Лифт, по-моему, вот слишком долгий. А, о, все. Намаз. Лобби. Лифты эти глючные. Поэтому обычно приходится ждать, пока он закроется, и только поедет. Он с кнопки сам не закрывается почему-то. Это только на этих станциях-то. Все, слышен звук, то, что лифт поехал. Все, лифт, значит, поехал. Все отлично. Можно и не беспокоиться ни о чем.
Совсем. Так, теперь сдаем. Сдаем мы в администрации. Здесь жизнь прям течет рукой. Я бы здесь оставался. Надо. Админ. Нам туда. Так, значит, драп. Сейчас он не откроется. Все, миссия комплит. Бывает, лагает. Ну, просто глюч. Ну, уже две обновы вышло последнего раза, где я играл. Все. И мне на счет должны прийти денежки. Да. Конечно, скажу, на нормальный, допустим, добывающий корабль. Да хрена так копить. Но когда-нибудь не будет вайпов, и накопить будет проще. Но хоть можно убивать, можно исследовать, заниматься. Сейчас. То есть Bounty Hunter здесь еще в обломках, говорится. Смотря что нам пойдет. Как тут так вот. Ну, конечно, Bounty Hunter. Это, если на корабле, то сами понимаете. Корабль должен быть соответствующий экипировку корабля. Экипирован. Оснащен. Корабль должен быть соответственно. Аврора для этого. Пушки там надо поставить. Все это, ну, все равно слабовато. Это так, корабль для начинающих. Это из какого-то фильма. Вот так вот. Собственно, ну я покатаюсь еще. Вот такая была идейка. Как? Да, рожу покажи. Как доставить груз на Авроре? Так, скриншот. Скриншот. Есть. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальцы вверх. И всем пока.